Всем привет! Смотрим следующий отельчик. Он называется Ксиху по-китайски. Так вот, как-то пришлось подсуетиться, найти китайца, который бы нам перевел это название. Оказалось, что переводится, ну, на английский Westlake, ну, или Западное озеро. Вот такие вот будут виды из отеля. В отеле всего 30 этажей. Он сейчас еще находится пока в стадии строительства. Это порядка 85-90%. Детский бассейн с горками, большой собственный песчаный пляж, игровая площадка будет. И посмотрим сейчас, насколько это возможно, будет номера. Но это виды из отеля. Шикарно. В отеле будет, по-моему, где-то 6 категорий. Сейчас мы смотрим вторую по счету. Первая называется «Делюксы», а это «Премьеры». «Премьер Сьют». Так, с двумя кроватями. Есть такой же номер, но с одной. Пока все нормально. Запах вообще новья какого-то. Это вот с обратной стороны вид на стену. Телевизор, коробочки, столики. Балконы с шикарными видами. Тапочки, сланцы. Куча прибамбасов, даже бахилы есть. Сумочка, лаундри, щетка. Халатики такие вот, прямо такие няшечные. Это сейф, зонтики. Так, чайничек в номере готов. Открывашка, стаканы. Ну, в холодильнике пока ничего нет, но гости заселятся, обязательно появятся. Так, это ванная с туалетом, зеркальце шикарное, маскировочное, с подсветкой даже. Так, посмотрим, что здесь за прибамбасы у нас есть, все хорошо. Так, это туалет, душевая кабинка. Итак, номер премьер с компоновкой Twin, бывает дабл. Похвалили матрасы, сказали, что они из Соединенных Штатов. Площадь номера 53 квадратных метра. Замечательные виды, прямо можно позавидовать. Так, здесь у нас что? Пункт контроля света в номере. Ночные лампочки, температура, кондиционер, розетки. Зарядка USB-шная и универсальный разъем. Все шикарно. Все, это был номер премьер. Еще один такой же премьер у нас на пути. Тоже с видом, с хорошим прямо на море, но кровать одна. То, что называется у нас кингом. 2,2 метра. Вот такие у вас будут виды, если вы сюда заселитесь. С чем я вас и поздравляю. Вот такая вот красивая штучка здесь потом будет подсвечена. Все эти проводульки будут светиться. Так, ну вот, с огромными китайскими новостройками я на сегодня заканчиваю. Последний это был, значит, отель, у нас был отель, который называется Ксиху. Ксиху. Как я говорил, да, Westlake, Западное озеро. Сейчас он пока достраивается, как я сказал, да, порядка 85% на конец сентября 2018 года готовы. Порадую вас ценничком. Предварительная цена на самый дешевый номер, даже не на тот, который мы смотрели, не на премьер. Делюксы сейчас пока не готовы, у них будет City View, то есть вид на город. Эти номера пока предварительно будут начинаться от 280 бачей. Следовательно, Sea View, ну, надо думать, наверное, баксов на 40-50 будут подороже. Но пока все это не точно, это только предварительно. Поглядим, что будет. Сложно сказать, стоит ли такой вид таких денег, какой сервис они предложат, скорее всего, тоже потом посмотрим. Я думаю, что в следующем году поедем сюда где-то весной. Все, пока!